перед тобой жить. Качнется купол неба, большой звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Общеобразовательное частное учреждение «Международная школа нового тысячелетия» отмечает двойной красивый праздник. День рождения 16 лет назад, 16 ноября, школа открыла свои двери для первых учеников. А еще педагог, бессменный руководитель школы Галина Коваль и руководитель кадетского направления Дмитрий Коваль 4 ноября, в День народного единства, были удостоены наград Ордена «Почетный гражданин России». Вручение прошло в Москве. Тот торжественный момент, который был... В Москве мы дома это сделаем. Итак, орден утвержден Оргкомитетом Всероссийского комитета по общественным наградам и званиям «Гражданское общество» за работу, направленную на укрепление мощи и развитие Российской Федерации, деятельную любовь к родине и вклад в сохранение исконных российских ценностей. Орден «Патриот Российской Федерации». Такой же орден «Патриот Российской Федерации» награжден Дмитрий Андреевич Коваль, который является руководителем кадетского направления Международной школы нового тысячелетия. Эта награда для нас очень значима. Вот именно «Патриот России» за участие вот в этой спецоперации в тылу. Перед пандемией мы шили маски. Период с февраля месяца мы сразу подключились и помогали, и письма писали, и готовили аллеи славы, и участвовали, не оставляли без внимания людей, которые стали «Катюшами», вот это вдовушки. И стараемся поддерживать семьи военнослужащих. 16 лет назад Галина Коваль выступила инициатором амбициозного проекта в сфере образования. Создала образовательное учреждение инновационного типа. Обучающие проекты реализуются многоступенчато. Детский сад, средняя школа, колледж, академия. С 5 класса профориентирование. Старшеклассники могут даже освоить первую профессию на УПК и вместе с аттестатом получают документ с возможностью трудоустройства. Гордость коллектива – растущее количество медалистов, без труда поступающих в престижные вузы. День рождения школы – это тот рубеж, который дает возможность оценить пройденный путь, вспомнить добрым словом тех, кто посвятил свою жизнь и свой педагогический талант родной школе. Особая зона внимания талантливого педагога Галины Коваль – патриотическое воспитание. В школе создан кадетский класс, выпускники которого впоследствии поступают в военные учебные заведения. Мы поступили в эту школу в 4 класс. Сын сам захотел учиться до чала, чтобы потом поступить выше на Химовское училище, защищать родину. Да, я сам решил. Защищать свою родину и защищать родителей. На празднике было много гостей. Звучали теплые слова поздравления друзей школы, высоких должностных лиц, представителей власти. Признание заслуг ценно дает ресурс для новых свершений. А цель одна – мирное и счастливое будущее детей. У нас есть ребята, которые учатся в других странах. Хочется, чтобы мир был во всем мире. Мы продолжали с ними дружить. И взаимодействие с вузами, куда они планируют поступать, мы хотим расширить. Ирина Шилина, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.